Давайте теперь построим этого дрона. Для этого понадобится 3 инструмента. Кисть, масштаб и еще отвертка. Смотрите внимательно видео, и у вас тоже все получится. Но если будут какие-то вопросы, напишите о них в комментариях. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки. Будет много интересного. Сохраняйте почаще свою постройку, потому что может вылезти вот такая вот ошибка, или что-то быть с интернетом, или с Роблоксом.
каждый стул очень важен. И даже его окрас тоже очень важен. Стулья, ну, один стул нужен, чтобы управлять механизмом. Другие стулья нужны, чтобы запустить механизм. Все это очень важно, поэтому стулья ставим правильно. Три, а не один. И окрас тоже очень влияет на механику. Садимся на оставшийся стул, нажимаем клавишу F, и у нас активируется камера.